Вот он, красавец-туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. Ну, теперь надо попробовать, конечно же, как он там внутри. Держи. Ну, пока он еще не полностью, конечно, установлен. Это еще всего лишь покрышка. Ну, классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом, неплохо.